Вы знаете, я человек творческий, далек от науки абсолютно, прям далек. Но я вижу, что происходило со Сколково, я вижу, как рождаются и потом умирают огромные черные дыры в российском бюджете. Я вижу, как идет распределение одного и второго, как меняются кланы, как один руководитель сменяет другого, как происходят реформы. Но хочу вам сказать только одно, что в свое время были очень большие нападки на объединенные компании, в том числе там судостроительная компания, да, и все тоже говорили, будет нечто, а нет, ничего, работает и работает хорошо. Может быть, действительно в этом случае реформа нужна. У нас так заведено в России, что режиссеры и академики должны умирать на местах в своих душных кабинетах. Не надо, ребят, отдыхайте. Вы все сделали для страны. Возьмите пенсии хорошие, сидите дома, выращивайте яблоки. Дайте молодым дорогу. Просто дайте молодым дорогу. Если реформа приведет к тому, что в науку вольются новые молодые умы, и они начнут творить, то это просто здорово. А если те академики, которые на сегодняшний день по какой-то причине будут лишаться постов по старости или еще почему-то, но они все равно останутся в обоими и будут помогать, консультировать и делать что-то полезное, ну, значит, это хорошо, это здорово. Обновление, свежая кровь, она всегда будет нужна. Нужно просто было понимать, что станция, на которую надо сходить, она все равно будет. И не надо, чтобы эта станция называлась «Смерть». Нужно, чтобы эта станция называлась «Хорошая старость с внуками, с садом». Вот академиков ожидает многих вот такая вот хорошая, потрясающая старость. А молодых сегодня ожидает, наверное, продвижение и новые лаборатории, новые внедрения, новые бюджеты для разработок. У нас сегодня огромное количество вещей, которые мы так или иначе запустили для себя. Это и космос, и оборонка, это и наше сельское хозяйство, это наша и медицина. По всей видимости, у нас ожидает в ближайшее время очень большой прорыв.